Вот так вот, друзья, внезапно начинается этот видеоролик. Криштиану Рональду информ в паке за 35 тысяч. Ну, учитывая, какой у меня аккаунт в этой рубрике FIFA с кумирами, возможно, Криро даже какое-то время и поиграет за меня. Хотя от зеленой карточки, как вы знаете, я был не в восторге. Так, в общем-то, всех приветствую, Пандос FXH на связи. Это моя рубрика FIFA с кумирами, где мы собираем 11 кумиров в составе. Пока в составе у меня их 4 штучки. По фану я тут начал себе эволюционировать Джексона Ирвина. Выглядит он очень мемно. При этом имеет кучу белых талантов, что немаловажно для серебряной карточки. Сегодня мы соберем бис кумира 88+ на выбор и, надеюсь, нам повезет. Так, ну что, сборочку еще одну на кумира мы сделали. И в этот момент наверняка некоторые заметили, что я сюда отправляю Кэмпбелла с дымком. И они такие: что? Он же у тебя в основе играет. Ты что, совсем дурачок? Я неспроста в начале ролика открывал пак за 35 тысяч, потому что я в него влюбился. Вот, чекайте, это пак за 35 тысяч, который я открыл вне записи видеоролика. И тут, здравствуйте, в виде голды мне падает Кэмпбелл. Что за подкрутка Кэмпбелла на мой аккаунт? Так что встречаем, друзья, новый кумир в моем составе. Ну, как сказать, новый. Типа апгрейднул его, получается. Так, собственно, нам нужно дособирать сборочку на кумира, поэтому пойдемте. Откроем пакцы, которые у меня тут имеются. Это у нас Бирбатов. 89-й, к сожалению. Так, собрали сборочку на кумира, друзья. Но перед этим хочется сыграть разогревочный матчец. Почему бы нам, собственно, не затестировать информ Криштиану Рональду? Ну и, конечно же, друзья, хочется напомнить вам о моих любимых спонсорах. Компания Пари. Респект за то, что они поддерживают мой каждый видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин. При желании вы можете воспользоваться мобильным приложением. Ну и самое главное, не забывайте, что сейчас проходит акция 2024. Все подробности будут в закрепленном комментарии. А если вам нужна, друзья, EAFC, возможно, вам нужны подписочки, а может быть монеты, чтобы открыть крутой пак, а может быть вы просто не хотите играть в Викингу и вам нужны бусты, все это добро вы можете найти по ссылочке в описании в моем личном магазине. Так, ну что, друзья, полетели. Я очень надеюсь, что информ Криштиану Рональду окажется сильнее, чем его зеленая версия. Просто вот представьте раньше мое лицо, если бы мне упал Криштиану Рональду с первого пака в ролике. Я ведь с ума сошел. Так, тихо, Анана, хорош. Сейчас же он вызывает эмоции по типу, ну, окей, типа, поиграю, ладно. Тише, Кэмпбелл, хорошо, выбивает своей головкой, но на ногу, ребята, давайте как-нибудь отобороняемся. Хорошо, а что у него за провал тут в защите? Так вот делаем, и принцесса забивает, все просто. Так, Криштиану, и Криштиану. Слушайте, хорошее начало, 2-0. Так, тут Бирбатов летит, Кэмпбелл, ай, пролетел. Хорошо, Анана. Да блин, да что у меня с защитой происходит, камон. Да что ж такое-то, друзья, ну Анана просто невероятный какой-то. Так. И Криштиану Рональду. Слушайте, что-то он все реализовывает подозрительно. Ой, опасно. Какой нахрен Педро Порро в атаке? Вот расслабился на секундочку, и вот гол залетел. Сейчас второй еще залетит, охренеть. Анана. Анана лучше, пацаны, я вам уже говорил об этом. Вот так вот делаем. Вот так вот на принц. И принц. 4-1. Ну, еще один можно забить. Спасибо. Так, ну и красоту можно в конце дать, не? Это, друзья, Криштиану Рональду. 1 плюс 6 равняется 7. Вау. Вот это он приложился пауэршотиком, друзья. Кто говорил, что Криштиану Рональду уже не тот? Вы посмотрите. Я опять забыл, друзья, что я бета-тестер, у меня просто в какой-то момент геймпад перестал работать в игре. Вот с каким бы удовольствием я бы взял интервью у человека, который отвечает за все вот эти вот технические погрешности. Поинтересовался бы у него, каково ему спится. Неужели ему не совестно, учитывая, сколько денег вбухано в эту игру, учитывая, сколько она стоит, учитывая, сколько прибыли она приносит. Так, Дрогба и Ван Перси в атаке, интересно. На Криштиану... Криштиану, ну ты какой-то деревянький чуть. Ну, я тут, наверное, списываю еще на то, что у него не фулл сыгранность, то есть дриблинг это не его конек определенно точно. Так, ой-ой-ой. А, что? Подождите, не-не-не. Я, конечно, уважаю пауэршоты, уважаю необычные карточки, но что нахрен пропустил Ананы, которого я хвалил на протяжении всего выпуска? Какого хрена тут произошло? Я в восторге. Что это такое?
Ладно, хорошо, вызов принят. Так, Криштиану Рональду. Ну, фол. Фол, ну-ка. Так, Санчес. Может быть, он не такой уж и бесполезный. У него есть талант стандарты. Ну-ка, давайте посмотрим. А, не, бесполезный. Так, ну-ка. И Криштиану Рональду. Ой-ой-ой, ну это по воробьям. Так, принц, ну-ка. Давай возьми все в свои ноги. Ой, принц. О-хо-хо-хо, принц. Как она на R1 пробежала. А что у него с дриблингом? Как будто он 99. Ё-моё, что за провал, блин. Прямо у Кэмпбелла, блин. Мне кажется, он просто одним взглядом его ушатал. Так. И Сон финесиком. Блин. Опа, пенальти, лол. Криштиану Рональдо. Он знаменит своими пенальти. Хорошо, в девяточку. Так, Санчес. Санчес. Что же сделать Санчес? Херню, как обычно. Блять, какое говно. Я даже забивать такой гол не хочу. Ну ладно, забил. Ха-ха-ха, 3-1. Кажется, пукан соперника не выдержал, бывает. Ну и сейчас, друзья, самое главное. Кто же залетит к нам в составчик? Еще одна сборочка на кумиров. В прошлый раз, я напоминаю, упал Кэмпбелл, который, как вы понимаете, уже отлетел. Потому что у меня есть уже другой Кэмпбелл. Открываем. Первое хочу по плейстайлам посмотреть. Это вратарь. Ну, кстати, вратарь, наверное, не так уж и плохо. Ван дер Сар. Это, наверное... Хотя у меня Анана. Не. Анану менять как будто бы не хочу. Блин, вот это дилемма. Я не знаю, Ван дер Сар сколько стоит. Ну ладно, хорошо, зафиксировали. Вторая карта, это у нас какой-то силач. Опять он, ну что ему надо, блин? Он не упал в этом пике. Он упал мне в том пике. Он упал мне в паке за 35 тысяч. Чего нужно этому Кэмпбеллу, объясните мне. Так, ну и третья карточка, друзья. Ну тут как будто бы... Блин, как будто бы даже смотреть не хочется, боже. Сказать, что я разочарован, не сказать ничего. Ну, берем Ван дер Сара, что поделать. Просто, опять же, меня Анана полностью устраивал. И как будто бы от этого кумира в составе мне ни горячо и ни холодно. Типа, окей, хорошо. Я прошу заметить, это не такой уж и скамный пик, потому что в прошлый раз мне тут упал Сон. Открываем. Ну, в этот раз не повезло, бывает. Ну, я тут чисто фодер возьму. Так, сыгранность я тут добил до 32, теперь у Криштиану 3 ромбика. Мбаппе в атаке 93-й, с кучей рарк. Не знаю, может быть у него ванап какой-то, что ли. Так, киковная прошла, пауэршот не прошел. Мне вот просто интересно, при каких обстоятельствах он нашел этого Мбаппе. Типа у него в каком-то пике он упал, и он после этого не играл или чего. Почему состав такой хреновый? Ну-ка, Криштиану, на. Блин, слушайте, а пушечки-то у него летят. Так, Ирвин, хороший пас нужен на Криштиану, прекрасно. Криштиану Рональду, 1-0. Еще ассистика дал, красавец. Что-то один в поле не воин, да, Мбаппе? Тяжеловато приходится с раркой-то. Так, и Санчес. Блин, ну это мифический выпуск, ребята, Санчес забил. Так, ну Сон, давай как в старые добрые. О, помните, как он этими финессами вначале разваливал? Кажется, соперник наигрался, бывает. Так, друзья, тяжелый выбор. 20-83, либо 3-87. Наверное, возьму 3-8-7 все-таки. Но этот пак я засейвлю на вторую команду. Промо? Опа. Я с каким-то твичером играю, друзья. Твич Максон. Лаки. С каким-то популярным челом сейчас буду играть. Криштиану. На Ирвина. Дальше. В одно. В одно. И принцесса. Прекрасно. 1-0. Вот такой вот отбор от Кэмпбелла. Схавал, не почувствовал. Криштиану. Бля, ну вот теперь я Криштиану узнаю. Так. И Сончик. 2-0. Возможно, кто-то скажет, что легко как-то в дивах. Да, у меня тут не самый высший дивизион. Просто я все отборы прошел. И мне больше негде матчи играть. Так, ну-ка. Так, он в зеленый ТФ бьет. Это что такое? L3-R3 еще знает. Так, какой-то киберспортивный мув пошел. Принц-то бегать умеет, мы об этом знаем. Так вот делаем. И вот так вот забиваем. Криштиану Рональду, друзья, на секундочку. Как говорится, кто сомневался. А этот соперник тоже наигрался. Ну и этим матчем, друзья, мы закончили эволюцию Ирвина. Посмотрите, какие красивые статки он получает. Мне кажется, выглядит карточка довольно-таки неплохо. Ну что, друзья, всех рад приветствовать. С вами снова я, Пандос FX. И в этот момент вы такие: Пандос, а зачем ты со мной здороваешься второй раз? А сегодня акция, друзья. Смотрите один видос, второй получаете в подарок. И сегодня, по традиции, вас ждет гениальнейший, грандиознейший, невероятнейший,
контент. В общем-то, друзья, сегодня всеми любимая рубрика FIFA с кумирами. Расскажу, как я отыграл викинг, покажу новые карточки кумиров, которые я поймал. Также соберем сборочку на кумира. О, чудо! Она уже собрана. Один из трех кумиров. Но открою чуточку позже. Сначала хочу вам кое-что показать. Только никому не рассказывайте. Нажимаю кнопочку, и Подольски из 86-го становится 87-м. Вот это чудеса. Теперь у него финишинг 99, до этого был 98. Все, пушки станут еще страшнее. У нас получается в составе 5 кумиров. Ладно, обманул 6, а вы спросите, а где же 6-й? Мы его не видим. А 6-й у меня скрывался в паке 87x3. Это Фрэнки Лэмпард. К сожалению, Ирвину придется подвинуться. Только его прокачал. В целом он меня устраивал. Играл прикольно, но мы стремимся к составу из Full Legend. Я думал, тут Казимира может быть поменять вместо Ирвина, но нет. Его пасики я ни на что не променяю. Собственно, вот про такие пасики идет речь с Кикофной. Он просто закидывает невероятным образом. На! Кстати, как обычно, мне... В бесконечном потоке встречаются мои подписчики. Я не понимаю, как это работает. Реально, буквально там каждый второй матч мне люди отписывают, что смотрят. Вот меня с 15 года. Вот, какой-то чел меня смотрит аж 5 лет. Чего в целом по Викинг-лиге можно сказать? Да все как обычно. Я взял себе Подольски, Крауча и прочих ребят и пошел сотрясать перекладины. Вот здесь такая красотуля от Подольски залетела. Ну вы посмотрите, какие баночки. Не устану восхищаться им. Вот здесь вот такая обида. Такое чудо. Гол мог залететь, ну посмотрите. Ну, по классической традиции, друзья, нам встречались сумасшедшие составы. Тоти Зубастик, Жналя 92. Но, ребята, камон, когда в атаке Подольски и Крауч, нам ничего не страшно. Ну, естественно, соперник просто в ужасе покидает матч на 55-й минуте. Криштиану Роналду периодически, кстати, заигрывал в этой Викинг-лиге, и он, кстати, меня приятно удивляет. Вы посмотрите, что он кладет. Нормальный вообще трюкач. При этом я обливался от его зимней версии, а Информ очень даже удивляет. Вот здесь вот еще один красивый гол хотел бы вам показать. Казимира, как обычно, приятный киков делает. Чекайте, как играет защитник. На, красота. Кстати, в этой Викинг-лиге я играл против Белки, друзья. И вы посмотрите, какой у него состав. Я подсчитал, друзья, сколько стоит этот состав. 20. Аж горло не выдержало. Миллионов. Но, пацаны, когда у вас в составе Лукас Подольски, то вам ничего не страшно. Кстати, вот именно в этом матче Криштиану забил вот этот красивый гол. Он даже дубль вроде оформил, да. Посмотрите, здесь какая тривела залетела. По итогу, Белка мне отписал. Пандос, здорово. Не знал, что ты такой кибер. Переходим теперь к грандиознейшему контенту. Награды за Weekend League. Пикцы я уже открыл. В целом там ничего интересного не было. Лишь какой-то бездушный фодер. Но сейчас один из трех кумиров, друзья. И кто-то из них, возможно, станет игроком моего основного состава. Подольски выезжает в качестве плашки. Так, друзья, первая карточка, и хочется видеть плейстайлы сначала. Это финессер какой-то. У кого есть финессы? У Пиреса есть финессы. О, это Мюллер. Кстати, учитывая мои специфические вкусы, Мюллер, возможно, это хорошая сделка. Подождите, 95 удары плюс финессы. А эта карта выглядит интересно. Опять же, на этом аккаунте я играю, ну... Откровенно скажем, не метовыми карточками. Я уже доволен, честно. Я не знаю, сколько он стоит, но как минимум выглядит интересно. Так, вторую карточку хочу по статам чекнуть. Это... Филипп Лам? О, еще и Тоти Филипп Лама. Так, это становится уже интересным. Друзья, две неплохие карточки на этом аккаунте. Супер. Так, ну и третья карточка. Ну, вот это вот откровенное дерьмо уже. Это Барнс. Так, ну, слушайте, у меня тяжелый выбор. Тяжелый выбор. Знаете, я недолго посовещался самим собой и пришел к выводу, наверное, что все-таки я возьму Филиппа Лама. В атаку, я думаю, я еще успею наловить карточка, а таких качественных защитников не так много. Так что забираем Филиппа Лама. Это Тоти карточка в основу. Я думаю, что Педро Пора не сильно обидится, если на его место сейчас встанет Филипп Лам. Да-дам! Это получается у нас уже 7 кумиров в составе, друзья. Осталось совсем немножко. Поменять 4 карточки и в целом, ну, рубрику можно заканчивать. Так, какие-то паршивые наборы у меня также имеются. Давайте их вскроем. Ultimate, продаваемый. Так, ну, естественно, если это пак продаваемый, то здесь никогда ничего не будет. Мой любимый набор за 35 тысяч монет.
В этом паке мне падал Кэмпбелл. Так, ну как минимум, здесь уже есть 91-й рейтинг Кевин Де Брюйна, что, наверное, уже неплохо. А может быть, внутри еще чего-нибудь? Нет, внутри, к сожалению, ничего. Так, 2,85-х продаваемых. Бензема и Облак. Ну, окей. Каких-то денег это стоит. Так, 20-82 плюс, друзья. Так, это Холланд либо Хеггенберг. Это Холланд, хороший рейтинг. Что-то сыпят, да, игроки из Манчестер Сити. Это Холланд и в конце ничего, к сожалению. Ни одного кумира, ни одного героя. Так, 4,85. Драгба. Ну, почти. Кин. Кстати, опять же, учитывая этот аккаунт, вполне себе эту карточку можно будет заиграть. Так, ну и 3,87 плюс. И за Бернардо Сильва у нас Ренард. Может быть, что-то будет за ними всеми? Нет, понос. 7,84 и... Слушайте, вот это хорошо. Парк Джисун. И не какая-то там бич-версия, а версия та, которая мне нужна. Прекрасно, 10 из 10, обязательно поиграем. Тут же бис-набор на кумира обновился. Это что? Получается, мы еще одну сборочку соберем. Так, ну что, друзья, сборочка на кумира собрана. А это значит, что мы можем сегодня сделать 2 из 2. Одного мы поймали в основу. Надеюсь, что и этот кумир тоже залетит. Так, как обычно, Лукас Подольский врывается на вечеринку. Пик открывается, я глаза закрываю. Подождите, чувствую что-то в защиту опять. Так, ну поехали по статкам. Первая карта выглядит как... Да ладно, не может быть, я знаю эти статы. Это же, друзья, Лев Иванович Яшин. Что за день сегодня такой хороший? Вы посмотрите, как сыпет. Сначала Филипп Лам, теперь Яшин. И как я угадал, что это защита? Честное слово, я не подсматривал, ничего не видел. Охренеть, Яшин. Сколько он сейчас стоит? Я помню, в СБЧ он был оверпрайснутым. Скорее всего, учитывая, как рынок рухнул. Предполагаю, что 1700, может быть. Да, 600 тысяч, я почти угадал. Так, окей, вторая карта. Это у нас... Ну, вот эта стена. Это стена, это Ван Бастен. Прекрасно. И... Третья карточка, которая явно не пойдет ко мне в основной состав. Это Хаби Алонсо. Так, ну ладно, 93 рейтинг, Лев Иванович. Слушайте, состав просто сумасшедшим становится на глазах. Так, Лев Иванович, я думаю, идеально ворвется вместо Кохлера. Вот так вот ставим. В целом, опять же, можно для наглядности вернуть всех кумиров и посмотреть, сколько суммарно мы их уже собрали. Осталось буквально 3 карточки. Это получается ЦПшник, ППшник и ЛЗшник. Вот ЛЗшника, мне кажется, сложнее всего будут поймать. Хотя, кстати, тут есть Филипп Лам, он на ЛЗ же может сыграть. Да, он на ЛЗ может сыграть. В теории даже ПЗшника можно поймать, какую-нибудь кафу, поставить Лама на ЛЗ. Но, опять же, это так, на бумаге я вам показываю всех кумиров. Так-то хочется немножко миксовать все это дело, условно скажем, оставить Подольский, считать его как легендой, допустим, почему бы нет. Оставить, так, Лэмпарда, Парк Джисуна сюда, Санчеза сюда. Ну, короче, вот так вот примерно сейчас выглядит мой составчик, наверное. Спасибо всем, кто посмотрел. Спасибо всем, кто поддерживает данную рубрику. 6 тысяч лайков. Она будет жить с кайфом вообще. А с вами был я, Пандос FXович. Хотелось бы в очередной раз респектнуть моим подписчикам с Boosty. Спасибо большое, ребята, за то, что подписываетесь на меня там. Ну и, собственно, все, друзья. Спасибо всем за просмотр и хорошего настроения. Чао, какао.